Человек с другой стороны. «Человек с другой стороны» – так называется кинофильм, который в 1971 году совместно снимали российские и швейцарские кинематографисты. Одну из главных ролей играла знаменитая шведская актриса Биби Андерсон. По сценарию фильма нужен был маленький яркий музыкальный эпизод с артистической цыганской массовкой. Режиссер обратился в театр Омен, и небольшая часть актеров приняла участие в съемках фильма. Среди них были начинающая Соня Тимофеева, которая позже стала известной по кинофильму «Будулай». Ее героиня Шелуро не могла остаться незамеченной. В эпизоде также снималась и Роза Джалакаева. О случае, который произошел с ней, я и хочу вам рассказать. Во время съемок, как обычно, было несколько дублей, и камера отдельно снимала, как молодые цыганочки трясли плечами. Это были очень красивые яркие кадры. Увидев на мониторе танцующую Розу, Биби Андерсон подошла и сказала, что у нее есть родная сестра, известная шведская балерина, но она плечами так трясти не умеет. Роза сказала: «Приходи ко мне в гости, я тебя научу». Через некоторое время к нам домой в квартиру позвонили. В то время мы жили в большущей коммунальной квартире, в которой было 12 человек соседей. Мы занимали комнатку в самом конце коридора. Петр, открывая входную дверь, пришел в шоковое состояние. Перед ним в роскошной шубе стояла Биби Андерсон в сопровождении двух чиновников КГБ. Соседи тоже не верили глазам своим. Пока мы шли по большому коридору, пришлось сказать, что живем большой семьей. Закрывая по очереди каждую дверь, отец говорил: «Это бабушка, а это ее сестра». Так продолжалось до тех пор, пока они не добрались до своей двери. Родители были совсем молоды, только начинали жить. Мебели тоже толком не было. Роза радостно обняла Биби и сказала: «Стула только два. Будем обедать на полу, по-цыгански». «Картошку в мундире будешь?» – спросила Роза. Но переводчица не смогла перевести в мундире. Перевела картошку в шинели. Биби с интересом сказала, что будет, и с удовольствием ела картошку, сидя на полу. Позже Биби Андерсон научилась бить плечами по-цыгански.